Я вас приветствую, дорогие мои! С вами Тамара Капибара, и мы продолжаем проходить GTA 3. Ребята, как вы заметили, у меня теперь есть $1 000 000. Да, ребята, за кадром я съездила в третий город и собрала абсолютно все пакеты. Да, я наконец-то это сделала, и теперь у нас с вами очень-очень много всякого оружия. Тамара смогла, Тамара сделала, я надеюсь, вы... рады, ребята, и теперь я наконец-таки отличаю М-ку от калаша. Вот М-ка, а тут калаш. Ребята, вот представляете, если бы у нас с вами на каждого был $1 000 000, вот как мы бы с вами-то зажили, да? Ох, ребят, я очень счастлива, что смогла собрать все пакеты. Я не знаю, зачем я это делала. Наверное, для того, чтобы показать вам все вот это оружие, чтобы вы порадовались за меня и сказали, ну, блин, баба молодец, вот взяла и сделала, вот. Не просто так прошла, типа, а с умом прохождение. Как-то так. Ну что, ребята, теперь мы отправимся на зеленый телефон, на все это прекрасное оружие. Вы посмотрели? Блин, оно так красиво сияет, мне прям нравится, я прям не могу. Знаете, такое чувство, что ощущаю себя в магазине косметики. Только тут не косметика, а прекрасные, прекрасные оружейки всякие. Ну что, ребят, полюбовались? Полюбовались? И пойдемте на зеленый телефон. Я специально, ребят, вчера ночью собирал эти пакеты ради того, чтобы мы несколько серий попользовались этим офигенным оружием. Потому что найти его в городе-то можно или купить у того же Фила. Но я хотела, чтобы мы с вами на халяву. На халяву, вот. Так, что я вам говорила? Насчет Рэя, давайте в следующей серии к нему поедем, а сегодня мы вплотную займемся зеленым телефоном. Сколько бы эта серия ни была, сколько бы она ни шла, мы сегодня пройдем до конца. Что бы там со мной ни делали, как бы надо мной ни издевались, я пройду до конца. Я вам обещаю, возможно, серия даже на час. Так, все, ой, что-то громко как-то. Написано «Учебный городок», я читаю «Лечебный городок». Все, кукуха отъехала уже, и я за ней. Быстрые тачки, легкие деньги. Это король Куртни. Мои ярди хотят устроить хорошую гонку. Я слышал, что ты крутой водила. Приезжай на своей тачке на пустырь за стадионом и жди там других участников заезда. Мои люди будут наблюдать за всеми контрольными точками. Тот, кто пройдет контрольные точки первым, получит приз. И так далее. Если ты проедешь больше контрольных пунктов, чем мои ребята, я дам тебе работу. Там мужик, смотрите, на заднем фоне как будто подслушивал. Вот, ты что подслушиваешь? Это меня пригласили. Иди ты нафиг, а? Тебе не звонили, это мне звонили, понимаешь? Еще под машину хотел кинуться, вот дурак какой-то. Так что вот, ребята, у нас с вами $1 000 000. И есть все пакеты, все 100 пакетов наши, ребята. Мы справились. Так, бомж, уйди, пожалуйста, не портит настроение. А что делать-то? Ха, сейчас скажете. Тамара, тебе только что сказали, готовься к гонке. Эй, ты что на гепарде приехал, так нечестно. Ну ладно, на этом, ничего страшного. На Патриоте. Патриот не такой быстрый, да? Или я ошибаюсь? 3, 2. Старт! Да ёб твою, старт! Стартанули называется. Подождите, 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 подождите. Ни хрена себе, Патриот не быстрый. Патриот может, Патриот вообще тащит. Так, а что мне делать-то? А, ну вот. Так, 1 из 15, хорошо. А где еще одна? О, что-то далеко она как-то расположена. Подождите, а мне надо все точки собрать или... Или я какашка, да? И не имею права называться нормальным гонщиком, да? Да, дай мою тачку, Курума. Ту тачку, точку. Подождите, там точка, точка, точка. Они уже, у них преимущество стратегическое. Не-не-не-не. Да какого хрена ж? Вы чё, это моя точка. Отдайте точку, черти. Может быть, я так до нее быстрее доеду, нет? На, не доехала, блин, быстрее. Вот черти. А это вообще щемит на этом. Ой, ёб твою, да ты что делаешь-то? Да... Мужик, подтолкни меня, пожалуйста, по-братски. Да ёб твою, да ты чё, блин? Носишься как вообще... Да ёб... Нет. Не берите, моя, моя, моя. Хорошо. Ой-ой-ой, где еще одна? Да уйдите с моего пути, пожалуйста. Я не понимаю ничего, что я делаю. Во, хорошо. А, блин, 5 из 15. Мне туда, мне обратно. Мне обратно, мне куда... Так, не мешайте мне, пожалуйста, по дороге. Это моя дорога. Вот вы где-то... Ты где-то здесь, точка? Ты где-то здесь? Не-не-не-не-не, не здесь, 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 здесь. Завернула раньше времени, дура. Дура, блин. Кто бабу за руль пустил? Мое место на кухне. Нет, Патриот, иди нафиг, Патриот. Да ёб твою, Патриот. Патриот, вот это... Можете... Слушайте, а если я взорву все машины? Просто чисто гипотетически. У меня же есть ракетница, я же могу взорвать все машины. Если я взорву все машины, значит... Да ёб твою, не мешай моей гонке. То они же ликвидируются, да? Может быть, мне стоит?
немного щетырнуть. Так, уйди. Где моя точка? Все, это я взяла ее? Да, я взяла. Я уж думала этот, черт. Так, я не ошибусь поворотом, вот. Во, я не ошибусь. Так, хорошо. 8 из 15. Хорошо. Так, пацаны, подождите. Так, а он затупил, вот дурак, да? Ха, мозгов вообще нет. Его даже баба обыграла, которая должна быть на кухне. Но это, пацаны, я себе все сготовила, поэтому я могу выйти с кухни спокойно. Со спокойной душой. Так вот, а где это? А! Уйди. Не-не-не-не-не! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Дайте, да нет, не вот это дерьмо, дайте вот это хотя бы. Дайте, вылезай. Это вообще где? Это, подождите, куда это я, подождите, а это где точка находится? Я запуталась, пацаны. Это, где она? Это где-то там, что ли, на мосту или что, я не поняла. О, мне нужна нормальная машина. Да, ага, многолетник возьми, Тамара, да. Меня же не погнали бы туда, вот. Не погнали. Я нашла машину, пацаны. Да стой. А где эти все? Куда? Это в третий город надо ехать? Да нет. Да уйди, ландсталкер, я не понимаю нифига. Я что-то не поняла, где эта точка. Я подумал, что в третий город надо фигачить. Нет, где-то здесь. Пацаны, затупила, простите. Да ёб твою, вот она точка, вот она, я смотрю на нее. Во, все, в третий город ехать не надо, я поняла. Я думала, в третий город показывает. Ладно, пацаны, зря тупанула. Так, ладно. Если я не буду врезаться, я не буду получать дамагу. Если я не буду получать дамагу, я не буду менять часто машины. Если не буду менять часто машину, у меня будет преимущество, чтобы выиграть. Тамара, блин, соберись. Не врезайся во все подряд, пожалуйста. Пожалуйста, блин. Так, все, да, это все в этом городе. Пацаны, я было бы тупо, понимаете, думать, что что-то есть в третьем городе. Знаете почему? Потому что эти же миссии открылись, когда третий город был не открыт. Я сомневаюсь сейчас в своих умственных способностях, пацаны. Вот я очень сильно сейчас сомневаюсь в своих умственных способностях. Как можно было затупить с третьим городом, если, когда мне дали зеленый телефон, он был даже не открыт? Тамара, блин, Тамара! Тамара, ты в порядке? Ты в порядке, Тамар? Тамара не в порядке, пацаны, все. Ну а что вы хотели? Я ж баба, мне ж можно. Это только я могла так затупить. Ребят, вот никто не мог из вас затупить так. Никто не мог поехать в третий город, блин, искать точку. Я еще, знаете, начала вот это менжеваться на этом мосту. Типа, а ехать, не ехать. Ну ладно, будем считать то, что я просто меняла тачку и ждала нормальный подходящий вариант. Ребят, короче, как-нибудь вот вы меня это оправдайте в комментариях. Скажите, давайте, оправдайте меня по полной. Скажите, что я это, что я не совсем тупая. Я не тупая, ребят, я энергосберегающая. Вот. Я не тупая. Тамара не тупая. Тамара иногда тупит. Опа, вот точечка. Я что, так в больницу хотела поехать. 11 из 15. Ты пришел первым, пройдя 11 из контрольных пунктов. А какой ценой? А какой ценой? Я еще тупанула, блин, 4 раза. Почему их пропустила? По крайней мере, телефон тут близко. Давайте сразу же пойдем на выполнение второго задания. Какого? Ой! Да ёб твою! Да нифига себе, смотрите, я прям через дерево пролетела. Мужик, отстань, не тебе названивают. Чё у тебя еще? Рейд с Узи. Посмотрим, сможешь ли ты сделать за меня грязную работу. Узнаем, можно ли тебе доверять. Сейчас подойдут двое моих парней, и ты пойдешь покатаешься с ними. Посмотрим, что ты стоишь на самом деле. Йоу, брат. Йоу. Не знаю, он какой-то, мне кажется, такой вот. Нормально зарулили, пацаны. Давай, покатайся по Херпс Хейтс и прикончи нескольких дьяволов. Они надоедают королеве Лизи. Если и стрелять будешь ты, но мы последим, чтобы ты не скопытился. Вот тебе пригодится. Вести и стрелять будешь ты. А они просто посмотрят. А нахрен вы мне тогда нужны? Охренеть, они на многолетники приехали, ребят, они могли выбрать что-то покруче, поехали. На многолетники, просто приперли на многолетники, просто чтобы... Многолетник, серьезно. Просто серьезно, приехать ко мне на многолетники, пустить парочку понтов мне в лицо, типа, что вот мы поконтролируем. Дай. Можно не дамажиться, Тамар? Можно не дамажиться сегодня? Поконтролируют они, блин. Контролеры хреновые.
Я просто офигеваю, ребята. На многолетники пацаны просто приехали. Понимаете, что на многолетники мы будем ехать очень долго, муторно и неприятно. Понимаете, пацаны? Вы мне просто уже... Вы мне немножко не нравитесь уже. Понимаете? И, кстати, ребята, я хотела вам кое-что сказать. Помните, я вам ныла, говорила, что этот город слишком сложный, я не понимаю, куда ехать, я тут вообще не разбираюсь, ничего не понимаю. Так вот, ребята, забудьте, что Тамара вам говорила, просто возьмите и забудьте, выкиньте это из головы. Самый сложный город – это третий. Я искала там пакеты, я просто, понимаете, я запуталась, я там затупила, где там, что находится. Я просто, понимаете... Пару раз попадала в такие тупики, что не могла выйти, понимаете? Я просто так вот башкой вертела, думаю, куда мне делать, что одеваться, что делать. Третий для меня настолько запутанный, настолько, что я вообще там ничего не понимаю, ничего там не разбираюсь. Я просто в шоке, ребят. Это просто, я не знаю, как это назвать. Захлопните дверцу, блин. Зачем вы мне вообще нужны? Вы просто понаблюдать. Нахрен вы мне нужны? Я могла бы вам отписаться на телефон, сказать, что я все сделала. Зачем вы мне нужны? Закрой дверцу, блин. Просто нахрена. Ой. Пацаны, блин. Кстати, а если нас взорвут в этой точили, мы... Дура, блин. Тупая овца, блин. Под колесами побежала. Если нас взорвут в этой машине, мы все заново начнем, да? Так, что мне надо сделать-то? Так. Мне надо сделать, короче, дьяволов. Блин, дьяволы, сколько мы уже над ними издевались? Сейчас еще издевнемся. Так, потихонечку, полигонечку. Так, и сколько нам надо? Хейс, давай-ка прикончим несколько тупых дьяволов. Но запомни, из машины тебе выходить нельзя. А что так? Убито ноль. Кого-то убило? Одного убило, хорошо. Вот еще дьяволы. Это они, нет? Нет, они дьяволы, по-моему, да? Нет! Да, дьявол это. Не-не-не, вытащит же! О, две звезды, за что? За что две звезды? За что? За что? А можно так подавлю? А давить их нельзя? Можно давить, чё я мучилась тогда? Чё я мучилась тогда? Зачем я тогда так мучилась? Зачем? Достаньте от меня копы! У меня тут с дьяволами, понимаете или нет? Ну, четыре звезды, две звезды. Зачем мне две звезды? Они мне сейчас машину взорвут, я поняла. Тихо, тихо, подспрей, пацаны, сейчас продолжим. Тихо, отстаньте от меня копы! Хорошо, что тут подспрей рядом. Тихо, пацаны, молчите, если еще это не мы. Перекрашиваемся. Перекраситься нам никто не запретил. Все, машина покрашена. Короче, предлагаю их просто давить, ребята. А то в перестрелке мы можем... Ладно, почини еще раз, жопу помяли из-за кого-то там. Кто там не умеет водить нормально? Так, а сколько нам надо, ребят? Я что-то уже подзабыл. 10, по-моему? Зеленая. Не ори. Так, главное, чтобы нас не вытащили из машины, потому что, я так поняла, это будет проигрыш. Модный фиолетовый чувак, как я давно тебя не видела. Так, где еще один? Так, это мужик в шляпе, я с ним вообще ссориться не буду. Опа! Ох, возвращайся на нашу территорию, вперед! Гоу-г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 оу
Типа он сказал, что я тупой? Офигенно. Я так подумала, знаете, пока тут ехала. Я подумала об каком-нибудь оптимальном маршруте, но поняла, что только так мы проедем. Да ёб твою, блин, не заносись. По крайней мере, ребята, мы не встретили людей Сальваторыча, это хорошо, потому что от них дамагу получить было бы страшнее, как вы меня уже предупреждали. Отряды, ну как бы, они не особо могут что-то дамажнуть, поэтому как-то так. Ребят, тут в принципе ничего сложного в этой миссии нет, просто главное, чтобы, во-первых, не вытащили из машины, не задамажить тачку и... что еще-то? Ну и не попасться на глаза людям Сальваторыча, и все будет отлично, все будет замечательно, ребят, потому что тут в основном миссии, они не сложные, просто долгая езда, понимаете, тут очень много езды, очень-очень много этой езды, и если завалишь миссию, тебе придется ехать заново, а вот это уже отвратно, вот это уже, знаете, лишнее время тратится от летсплея, вот, это придется все вырезать и т.д. и т.п., но у нас все с вами хорошо, у нас с вами все отлично, поэтому нечего об этом и рассуждать. У нас пока мы прошли две миссии с первого раза, это не то, что, как помните, с Дональдом Лавом что случилось. Тут у нас с вами все отлично, все замечательно, все хорошечно, все, уходите нафиг отсюда.
Отличная работа, жнец! Айтенна! Айтенна! 10 тысяч. Спасибо, спасибо, приятно, спасибо, неожиданно. Ребят, может быть, тогда сохранимся, потому что мы тут рядом очень сильно. Блин, многолетник надо этот выкинуть. Так, многолетник уже взорвался, многолетник уже все. Многолетник никуда уже не поедет. Так вот, дайте мне... Он не хочу ледсталкер, только не он. Не нравится мне эта машина. Многолетник, серьезно, судьба надо мной просто ржет и издевается. Ну, по крайней мере, это был не дед. Ребят, только избавилась от одного многолетника, появился второй многолетник. Это просто, знаете, немножко троллинг от игры. Просто подогнала мне это, подгончик такой сделала игра. Типа, не хочешь многолетник? На, баба многолетник. Вот. Все. Что у тебя еще тут? Машины банд. Я хотел бы получить тачки некоторых банд, чтобы без помех повернуть дело на их территории. Мне нужен сентинель мафии. Стингер Якудзы и жеребец дьяволов для маскировки под их людей. Отгони их в мой гараж в Ньюпорте, но запомни, мне не нужны помятые тачки. За помятые тачки я не заплачу. Ёпа. Вы понимаете сейчас? Вы понимаете всю боль? Вы чувствуете боль, ребята? Вы понимаете, что запахло болью? Так, такси, дай, пожалуйста. Ну, этот Стингер Якудза, это понятно. Он стоит... О, суки. Это все легко. Легко? Тут картель нам не особо мешает. Все будет отлично. Это жеребец. Мы только что там были. Это тоже, в принципе, легко. И, как сказать... И легко. Но Сантанель Мафии! Сантанель Мафии! Вы что? Я не хочу вообще в тот район ехать. Там же вообще страх. А, тут, видимо, его гараж находится, да? Как я достану Сантанель Мафии? Они же меня там просто люто ненавидят. И вообще, почему они меня ненавидят? Почему они не могут это забыть? Ребят, я предлагаю начать с Сантанеля Мафии. Потому что, а что толку? Мы можем привезти Стингер Якудзы, мы можем привезти жеребца, а Сантанель Мафии не привезем. Давайте с самого-самого сраного, самого сложного. Просто, блин, Сантанель Мафии. Вы понимаете, ребят, если знать, можно было изначально забрать там Сантанель Мафии. А нет, ну так не получилось бы, потому что мы же переехали на катере в этот город. Ладно, давайте Сантанель Мафии. Почему нет? Почему нет? Сантанель Мафии, давайте. Где Сантанель Мафии обитает? Правильно. У Сальваторы, что там, Леоныча. Поэтому дело, что они меня ненавидят, потому что я убил их босса. Ну, блин. Ну, блин. Может быть, все-таки кому... Кто вот это вот старое помянет, тому глаз вон. Пацаны, вот начинается уже, начинается. Мне страшно. Я хочу закрыть глаза. О, блин, началось. А где Сантанели? А Сантанели там не устоит. Быстро, пацаны, быстро. Ой. Настреляли, смотри. О, выходи. Так, ладно, допустим, мы до сюда добрались. Хорошо, еще, ребят, пока все идет замечательно, пока идет все хорошо. Это, может быть, там пойти плюнуть ему там в дом, а? Ну-ка. Тьфу на тебя, блин, Сальваторыч, тьфу, блин. Такими хорошими людьми раскидывался. Позор тебе, позор. Это, шаловливую бабу нанял, блин. Нанял. Короче, стал с ней встречаться, и все, она все испортила. Хотя вы мне сказали, он бы все равно на Клода бы зуб точил свой старый. Поэтому мы, в принципе, все равно бы от него бы, это, ничего хорошего не ждали бы. Отгони ее в гараж. Пацаны, вы понимаете, что надо действовать очень быстро. Поехали, блин, поехали! Быстрее, бомжара не будет на моем пути, быстрее! О, пипец. Блин, я же знала, что так и будет, я же знала. Пошел ты нафиг. Дорогой дневник, не передать всю ту боль и унижение, что я сейчас испытала. Ребята, все же шло замечательно, все же шло восхитительно, отлично. И какой-то там с дробовиком, вы меня предупреждали, что с двух выстрелов дробовика он взрывает машину. Он даже мне шанса не дал вылезти из нее, понимаете? Даже маленького сектора шанса на моем барабане не было. Это как я должна ее провести? Каким образом-то? Там один путь, там больше путей-то нет. Как я... Лимузин еще лихачат, ребята, ну... Все, какой там путь?
Мы можем только спуститься с этой горы и быстро умотать с этого города проклятого. Как мы это сделаем-то? Как? Там только один, там только два выезда, точнее. Туда или сюда. Там с дробовиком промахнулся, блин. Нам повезло. Но тут, получается, он не промахнулся. Я не знаю, ребята, надо как-то добывать Сантанель. Хорошо, что начали с Сантанеля, а то бы сейчас бы как бы было бы немножко нам обидно. Если мы пригнали бы все машины, а Сантанель бы... блин. Не бэ, не мэ, короче, все, пацаны, давайте спокойно, все, успокоились. Долбанули для смелости настойки Рея. Сами знаете, что он там водку с валерьянкой мешает. Ладно, ребят, я шучу, нельзя это делать. Вот, успокоились. И сейчас еще одна попытка. Ведь не страшно же, да? Не должны нас еще раз, да? Так же покалечить. Ладно, пацаны, поехали. Быстрее! На Куруми, конечно, ой! У него дробовик! Задавила? Молодец, Тамара! Нет! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, там с дробовиком тоже гуляет! Ой, мужики, блин, нет! Не взрывайте мне машину, пожалуйста, я прошу вас, пожалуйста! Мужики! Мужики! Мы с вами успокоились. И попытаемся еще раз. Вот кто-то уже визжит. Кто-то визжит. Я сейчас сама начну визжать, блин. Побыстрее, пацаны, побыстрее. Может быть, повезет. Да пусть нам повезет. Блин, копы. Меня убивают, копы. Помогите. Помогите, со мной делают всякие грязные дела. Плохие, нехорошие. Ой, ёп твою. Ой, я слышу дробь. Тихо, тихо, стоп. Так, по крайней мере, такси не взорвали. Это уже хорошо. Ой, чуть это не долбанулось. Так, ребята, что нам делать? Что нам делать? Если еще раз это произойдет, я уже мне уже достало кататься туда-сюда. Отгони ее в гараж. С удовольствием, но каким образом я это сделаю? Каким образом? Так, подожди, а я могу вот здесь проехать? За домами? Может быть. Тихо, подожди, дай-ка я за домами проеду. Попробую хотя бы. Так, я уберегу машину от дамаги. Так, что там, подождите? А, маячок. Так, ну так вот я проеду, допустим. И там спокойненько спущусь, да? Да-да-да, я так и сделаю, потому что... Вот они меня не видят, да? Не видят. Значит, я могу... Подождите, тут есть какая-то... А! Увидели, пацаны, увидели. Неужели? Ну, тихо, тихо, тихо. Опа, тихо. Не говори ничего. Не говори ничего, или нас запалят, убьют. Так, пацаны. Пацаны, мы выжили. Мы выжили. Я тихо говорю, потому что боюсь очень сильно. Так, теперь нам надо просто добраться через этот мост. Там близко эта штука, где можно починить машину. Главное, мы ее должны довести, и все. Все, ребята, я не верю. Мы смогли. Просто хитростью, ребята. Как по-другому, я не знаю. Но, видимо, наверное, так и задумано, скорее всего, так спуститься аккуратненько, и все. Да, ребята, сейчас осталось жеребца пригнать. И Сантанель. И все, ребят, представляете? И мы с вами... И мы с вами молодцы. И мы с вами все. Так, надо сейчас починиться. Быстренько, потому что, видимо, мы получили много дамаги. А, я там врезалась куда-то, не понять куда. И отгоняю в гараж. Самое сложное, ребят, мы выполнили. Но жеребца будет очень легко украсть. Там в этом районе они на нас не особо агрятся. Ну, постреляли мы в них чуть-чуть. Ну и что? Я думаю, не думаю, что они прям сильно нам могут дамагу донести. У них там одни биты и пистолеты. Ну, что это такое? Это же фигня. Блин, опять туман. Мужик, я сегодня приехал. И что ты думаешь, я твою блисту не сворую? Так, панспрей, естественно. Чинись и поехали в гараж. Только аккуратно, пожалуйста. Так, машина отремонтирована, отвези ее в гараж. Так, ребят, аккуратно, просто аккуратно. Представим, что мы с вами доставщик посылок очень важных. Хотя нет, только не доставщик посылок. Они вообще ими кидаются, я не знаю. В футбол разве что не играют. Мы просто представим, что мы очень аккуратный, педантичный человек, который доставляет ценную машину в туман, где может случиться всякое. Только не врезайтесь в меня, я прошу вас, пожалуйста. Вот. Тихо, аккуратно, я заеду. Ой, как вы медленно едете, я просто не понимаю. Бомжара, тихо, не своруй. Зеркало главное не помять, ребят, в таком узком пространстве. Так, хорошо. Все? Да? Он закроется? Да, закрылось. Все, одна тачка. Тачка одна пригнана. Теперь поехали за жеребцом, ребята. За жеребцом. Ой, может что-то нормальное дать мне, пожалуйста? Ладно. А, тачка Ярди. А, блин, кстати, я как бы на него работаю и ворую уже тачки. Ну, если что мне надо, мне же ваш, этот, Дон, как там ваш, главарь сказал украсть тачки, вот. А на чем я должна ехать, правильно? У меня своя машина. Кстати, ночь, уже час ночи, может быть, мафия уснула.
город засыпает, просыпается мафия. Нифига она не уснула, ребята, она бдит. И главное, их Дон мертв, кто-то стал другим Доном. Скорее всего, я не знаю, Джоуи стал Доном или нет, ребят. Вообще-то так-то в его планы не входило становиться Доном. Ему больше нравилось быть автомехаником и чпокать Мистией. Вот. Поэтому, ребят, я не знаю. Может быть, они кого-то другого выбрали? Ну, как вариант. Может быть, они выбрали кого-то другого? Типа того, кто больше хочет, нет? Ну, мало ли. Ой, дед опасный. Сейчас, блин, деда встретила. Это не к добру. Так, где тут тачка? Где этот жеребец-то? А? Где тачка-то? Где ваши понтовые тачки? Вот рядом бы Скоповская. Вот он! Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Иди сюда, иди сюда. Жеребец, ты мне нужен. До свидания, до свидания, до свидания, до свидания, до свидания. До свидания, до свидания, до свидания. Вы мне все портите. Так, парни. Капот так поднят, потому что это мой новый дизайн. Дизайн от капибары. Удобно, понимаете, это мотор просто, понимаете, проветривается. А то он сильно нагревается, так он хоть проветривается. Вы сейчас скажете, Тамара, вообще-то конструкция тачки предполагает. А потом забьете, не будете писать в комментарии. В общем, вот, ребята, в этот город мы больше не поедем, все. И остался Стингер. Понимаете, Стингер это якудзы, и все, больше нам ничего не надо. Самолет падает, что ли, или он так летит? По-моему, летчик немножко принял на грудь, как-то плохо все. И все, ребята, мы закончили эту миссию. Она не сложная, просто сложность в том, что тебя могут убить внезапно. Вот так вот, ребята. Эх, надо после этой миссии сохраниться, потому что мало ли что нас ожидает. Мне кажется, надо. Надо, стоит сохраниться. Так, ладно, все, давайте быстренько ее чиним. Отвозим. И якудзовский этот стинги. Представляете, в чем будет прикол, если сейчас, знаете, что случится? Ведь сохранений-то не было. Я сейчас предположу. Вы сейчас скажете, Тамара, зачем ты каркаешь? Сейчас что-то случится такое, что стингер якудзы мы не своруем, я не знаю. Там произойдет что-то непонятное. Там картель нас убьет. Ну, хотя это маловероятно. Но так, я просто накидываю вариантов. Или у меня выключат свет. Понимаете, выключат свет. Это будет фиаско, пацаны. Я буду так орать, хотя вы этого не услышите, если это случится. Потому что вот только не сейчас это делать. Тихо-тихо-тихо, аккуратно. Зеркальце, зеркальце, не мнем, зеркальце, не мнем, все нормально. А как в такой маленький гаражик у него помещаются все машины? А никак, он, наверное, их убирает просто. Так, все аккуратно. Ваша машина пригнана, сэр. Все, Стингер якудзы теперь. Стингер якудзы, это косуки. Это косуки, это легко. Это, дайте. Опять тачка Ярди, что ли? Да. Ярди сегодня определенно как-то не везет. Прям вообще, знаете, у Ярди сегодня прям, ну, ворую-ворую. Вот просто ворюга я конченая. Тихо. Ой, блин, я так и знала, что что-то будет. Потому что там два копа ходило. Блин, уже, блин. Начало еще, арестуйте меня. Кстати, вы в прошлой серии мне сказали, Тамара, они тебя арестовали, потому что у тебя дверцы не было. И поэтому коп смог тебя схватить за жопу. Обидно. Так, давайте стингер якудзовский не помнем, чтобы не тратить деньги и не чинить их. Отгони в гараж. Блин, да хватит уже, блин, подозревать меня во всем. Только не копы, пожалуйста, не надо. Если бы я была бы умным человеком и находчивым, я могла бы подождать, когда звезда упадет, понимаете? Чтобы легко завершить миссию. Но, я уже не так делаю, как я хотела. Дай обратно. Тихо. Вот, ребята, вот сейчас бы не засраться. Сейчас бы не засраться. Вот, пожалуйста, Тамара, давай по-нормальному. Я уже начала что-то творить, знаете, непонятное. Куда поехала? Фиг меня знает. Так, главное, чтобы я коп не вытащил. Все, звезда упала. Значит, все нормально будет. Так, все, ребята, мы теперь на финишной прямой. Так, зеркальце не помни. Тихо. А, это тут было, можно звезду было снять. Так, ну-ка, аккуратно. Все, нравятся тебе тачки-то? Давай, выходи. Ну, давай мне деньги. Сколько дашь? Надеюсь, 30 тысяч. 10 тысяч? Серьезно? Я так жопу рвала за 10 тысяч? Да засунь ты себе эти 10 тысяч в задницу и потерись ими. 10 тысяч всего-то, блин, 10 тысяч. Меня там убивали, меня просто там расстреливали. Что только со мной не делали. Я проходила дурацкую миссию еще на многолетнике, блин. Ехала с двумя дебилами, блин, которые мне... Вообще нафиг не сдались, я бы спокойно бы одна все сделала, нитки, мы проверим, проверяльщики хреновы, блин. Сейчас меня это увидит коп. О, а не, не увидел. И он мне платит, понимаете, 10 тысяч, ребят, 10 сраных тысяч долларов. У меня, у того, у кого уже скоро будет 2 миллиона, понимаете, это просто, пфу.
Ладно, ребят, сейчас сохранюсь и дальше поедем. Тем временем продолжался зеленый телефон, ребята. Посмотрим, что еще уготовил нам этот дурак, который платит мне 10 тысяч долларов за то, что я тут страдаю. То Дональд Лав, знаете, такое чувство, что он моду взял у Дональда Лава. А, помаши мне тут, я тебе сейчас помашу, блин, в последний раз помашешь. Так, что тут? Подстава. Короче, слушай, отправляйся в Бедфорд Пойнт. Там у меня тайник в старой тачке, сгоняй за ней. Ну, вроде не сложно. Минута 20! Ты чё, дурак, что ли, блин? А почему я должна бежать? Там чё, копы его стерегут, что ли, или чё? Я бы хоть быструю машину взяла, ты... Как его назвать, пацаны? Самые культурные слова надо подобрать. Он бы хоть сказал, блин, что мне надо быструю машину. Такси-то не справится. У меня уже куда там ехать-то? Я чё, уже знаю, что ли? Ладно, сейчас как-нибудь по прямой доедем. Может быть, мы справимся даже. Если сейчас не справимся, хотя бы узнаем, куда ехать. А если узнаем, куда ехать, мы уже будем в выигрышном положении, да, пацаны? Да, наверное. Да, ёб твою, гепард. 55 секунд. Так, если бы я бы знала бы, куда ехать. Так, я пытаюсь сообразить, далеко нам или нет. Так, 47 секунд. Ага. Так, а близко, ребята, успеваем. Чё это я? Успеваем, так, нам сюда. 36 секунд. Не, успеваем вообще в легкую, даже то, что затупили. Не, легко. Так, коробки, да что такое-то? Ну-ка, давай. Все, поехали нафиг. Письмо. Говорят, ты нашел себе работу. Я тоже не сидела сложа руки. Пришло тебе время почувствовать тебе синус панка. Умри, паршивый пес, умри. Это Каталина написала. Ты что, сука, меня подставила? Че, он пернул, что ли, ребята? Такое чувство, что он, блин, реально пернул. Вот так вот. Тоже взрывы! Взорви фургоны! Тихо! Они ко мне бегут! Пацаны! Ой! Беги! Беги! Тихо! 35 хп! Ой, они за мной бегут, пацаны! Ой! А как мне их взорвать-то? Подождите, сейчас я кину им гранату. 35 хп! Так, я убежала, пацаны. Так, я убежала, я молодец. Подождите, у меня же есть вот это вот. Они же не побегут за мной. Блин, какие дурные они. Подождите, а может быть как-то сверху можно посмотреть тут, нет? Сейчас посмотрю, подождите, пацаны. Спешил деривери. А, подожди, сверху не могу, что ли? Подождите, а тут нельзя никак сверху забраться, что ли? Можно же, да. Так, сейчас мы... Отдышись давай, блин. Ах ты, блин, Каталина, какая сучка, да, ребята? Вообще стерва. Так, вот это их фургон, да? Или нет? Давайте попробуем, ну-ка. А, это не они. Аккуратно, пожалуйста. Клод, аккуратно. Так, а... Это, подождите-ка. Так, а мне только двух, что ли, уничтожить, которые там остались? Или чё? Да! Фигня вопрос вообще. Ну, чувак, с зеленого телефона, ну держись. У меня сейчас, я тебя сейчас жопу тебя оторву, блин. Где ты там, блин, есть? Где он? А, все что ли? У него миссии кончились, да? Типа такую подставочку. Он, короче, знаете, тоже с Каталинкой, видимо, кувыркался. И, короче, понятно. Мне все ясно. Рожки до ножки остались от них. Смотрите, кто-то уже мелом обчертил. И вот трупец. Что взяла? Ну, что-то взяла, ребята. Ну что, ребята? Только сейчас заметил, какие модные кеды у Клода. Смотрите. Синие подошвы. А что не открываются машины-то, я не поняла. Непонятно. Так, 35 хп, что-то как-то мало. Хоть курума открылась, спасибо большое. Ну что, ребята, я вас поздравляю. Не знаю, сколько серий у нас заняла. Я еще, конечно, пообрежу там дорогу. Потому что дорогу-то смотреть, ну, так себе. Я бы так сказала. Ребят, я вас поздравляю. Мы прошли зеленый телефон. Зеленый телефон. И нам остался только красный телефон. Ну, из этих телефонных миссий. Я не знаю, когда мы его пройдем. Может быть, в следующей серии я начну красный телефон проходить. Может быть, скорее всего, начну с Рея.
вот эту миссию. Там какая-то у него, он меня ждет, не дождется. В туалете там замерз уже сидеть. Думает, где Клод, когда он появится? Я хочу там, ему миссию дать. Вот, а потом уже продолжим Асуку. Не знаю, ребят, может быть, в следующей серии я пройду красный телефон или буду работать на Рея и Асуку. Вот. Так что, ребята, все. Зеленый телефон пройден. Мы с вами молодцы. Пакеты найдены. У нас почти 2 миллиона долларов. А это значит, мы с вами на коне. И просто Каталинка себе кусает локти, понимает, какого мужика потеряла, кого она предала. И, возможно, она же это хочет к нам вернуться. Эта сучка-стерва, мало ли. Потому что боится, сыкует. Она нас боится, ребят. Потому что мы сильно уверены в себе мужчина, а она так. Она дура. Вот. Ну что, ребят, встретимся в следующей серии. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения и хорошего дня. Всем пока, ребят.